Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Тихий, здравствуй, милый, вот и ты. Знал, что прибудешь. Мыслил о тебе так. Изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь, как инок, как только Бог сподобит. Представится мне, так уходи из монастыря. Отче, благословите остаться. Мира нет на земле. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе предстоит еще странствовать. И ожениться должен будешь. Должен. Все перенести должен. Пока, покуда прибудешь. Пред иной мыслью встанешь в недоумении, взять силой, аль смиренной любовью. Всегда решай, возьму смиренной любовью, и помни, всяк за всех виноват. Христос с тобой, сохрани его, и он сохранит тебя. Вот мой завет тебе. И запомни, что не только дни, но и часы мои сочтены. Что ты? Что ты? Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы, отходящему отцу, радуемся, радуемся и молимся о нем. Thank you.
Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего, подай каждому по прошению. Буди пастырем заблудших, вождем и светом неведущих, наставником немудрых, отцом сирых, помощником угнетенных, врачем больных, утешителем умирающих. И приведи нас всех к желанному концу, к Тебе, пристанище нашему. Эй, мочалка! Эй, убей по нему! Господа, господа, не стыдно, не стыдно ли? Шестеро на одного, да вы убьете его. Сам первый начал. Знаете, какой он подлый. Его убить мало. Да за что? Вы, верно, сами его дразните. Вот он и вам камень в спину прислал. Он вас знает. Вы ведь Карамазов? Ага, струсил. Догоните его и спросите, любит ли он банную мочалку, растрепанную. Так и спросите. Они мне там сказали, что вы меня знаете, и за что-то камнем в меня бросили. Разве вы меня знаете? Мана в гарнитуру штана! Так вы сзади? Стало быть, они правду про вас говорят, что вы из-под тишка нападаете. Как вам не стыдно? Что я вам сделал? Хорошо. Вот видите, как вы больно меня укусили. Ну и довольно. Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу, но не может быть, чтобы я вам ничего не сделал. Не стали бы вы меня так мучить даром. Так чем я виноват перед вами? Скажите. Кто таков? Здравствуйте. Монах. На монастырь просит. Знал, кому прийти. Нет. Варвара Николаевна, это не тос. Не угадали. Позвольте спросить в свою очередь, что побудило вас посетить эти недрас? Я, собственно... Ну что ж, коль уж пришли, вот и стул. Извольте взять место. Это так в древних комедиях говорили. Извольте взять место. Николай Ильич Снегирев. Русской пехоты бывший штабс-капитан. Позвольте отрекомендовать вполне. Моя семья, мои обе дочери. Умру я, кто-то их возлюбит. А пока живу я. Кто-то меня, скверняков, кроме них возлюбит. Великое это дело сотворил Господь для каждого человека в моем роде. Ибо надобно, чтобы и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить. А? Ах, это совершеннейшая правда. Да полноте, наконец, поясничать! Какой-нибудь дурак придет, а вы сраните! Повремените немного, Варвара Николаевна, позвольте выдержать направление. Это у нас такой характер. И ничего во всей природе благословить он не хотел. Надо бы в женском роде благословить, она не хотела. Позвольте вас представить и моей супруге. Арина Петровна, дама без ног, ну и хоть да немножко. Из простых. Разгладьте ваши черты, маменька. Это Алексей Федорович Карамазов,
Встаньте, Алексей Федорович, вы даме представляете, надо бы на встать. Это не тот Карамазов, маменька, который и так далее. Это другой, брат его, блистающий смиренными добродетелями. Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте предварительно вашу ручку поцеловать. Здравствуйте. Садитесь, господин Черномазов. Карамазов, маменька, Карамазов. Ну, Карамазов или как там, а я всегда Черномазов. Мы из простых, из простых. Шут! Папа, ну папа. А вот эта сидящая девица, это дочь моя, Нина Николаевна. Забыл я вам его представить. Ангел Божий во плоти, к смертным слетевший. Если только можете это понять. Да это он на меня жаловаться пришел. Я ему давеча пальчик укусил. Какой такой пальчик укусил? Это вам он пальчик укусил? Сейчас высеку. В сей момент высеку. Это я вовсе не жаловаться пришел. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Он в лихорадке теперь, кажется. А вы думали, я высеку? Что я Илюшечку возьму сейчас перед вами и для вашего полного удовлетворения и высеку? Жалею, сударь, о вашем пальчике. Но не хотите ли, прежде чем Илюшечку сечь, я свои четыре пальца вот сейчас же, на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно для утоления мщения. Пятого не потребуете? Папа, папа, да брось ты его, папа, брось! Илюша, Илюшечка, милая, батюшки! Просто успокойся, ты меня... Голубчики! Маменька, маменька! Не попрекайте! Маменька, батюшка, родная ты моя... Николай Ильич, батюшка, да полно, я маменька. Тебе не угодила, ведь у меня только и есть, что Илюшечка полно, из класса полно, придет маменька. И любит. Да что тебя любит, Простите меня, голубчики, простите, милый, простите мою родную, не попрекайте меня, совсем одинокую. Смуров, здравствуйте, голубчик. Я вас с самого утра караулил. Только вы ничего не пропустите, это очень важно. Ну, когда Снегирев поступил в приготовительные классы, у него тогда такое скверное платьишко было, а штаны ужасно смешно наверх лезли. Разумеется, его все стали дразнить, а он гордый, сам маленький, характер выставляет. Смуров, вы идете? Тут-то Красоткин и взял его под свое покровительство. Ну, а кто такой этот Красоткин? Кто такой Красоткин? Вы что, в самом деле не знаете, кто такой Красоткин? Красоткин это... Он самого учителя Дарданеллова срезал на том, кто основал Трою. Смуров, голубчик, вы мне про Илюшу, рассказывать. Это очень серьезно. Вот тут для всех неожиданно он и сошелся с ним. Ходит в антрактах между классами и по воскресеньям тоже. У нас смеются в гимназии, когда старшие сходятся на такую ногу с малышами. Ну ведь это Красоткин, он его там учит, развивает. А Снегирев, он подлый и гордый, это я вам говорю. Но Красоткину предался рабский. Ну а дальше, что было? Ну что, про мочалку или про жучку? Ах, да про что угодно, только скорее. По наущению лакея Смердюкова, Снегирев взял кусок хлеба, мякиш, воткнул в него булавку и бросил этой самой беспризорной жучке. А она из такого двора, где ее просто не кормили. Она бросилась и проглотила хлеб. Потом как завизжит и пустилась бежать. Мы все возмущены. И завтра Красоткин через Карташова должен ему объявить о своем решении. Это точно известно, что завтра. От самого Карташова. Мы все надеемся, что Красоткин перестанет с ним говорить. Ну, то есть это называется, когда два товарища прерывают между собой отношения. Ну вот. Ну, кто знает, ведь это... Красоткин, у него фантазия. Смуров, милый, мне непременно нужно повидать Красоткина. Вы передайте им, пожалуйста, что я завтра после классов буду ждать его. Хорошо, я передам. Long, long, fong, de la patria, ba-dum, ba-dum, ba-dum.
Пам-пам. Никогда, никогда я не поверю, что маленьких деток находят в огороде между грядками с капустой. И вообще, сейчас зима и никаких грядок нет. Настя, какая ты дура. Какой же может быть Екатерина ребеночек, когда она не замужем? Ничего не понимаю. Пусть у нее был муж, только в тюрьме сидит. Да, Тузиков, конечно, повыше меня ростом. Но лицом я умнее. Это очевидно. И не вот. У нее нет мужа, это ты прав. Но она хочет выйти замуж. Вот и стала думать. И все думала, думала. И до тех пор думала, что вот и не стал не муж, а ребеночек. Пузыри, я в затруднении. Агафья, конечно, ногу сломала. Это решено и подписано. А я вас больше караулить не могу. Нерешительно необходимо со двора. Ну, не будете без меня шалить? А вы не уходите. Ну, только не надо слез. Я этого не выношу. Мы не хотим одни. Ну, ладно. Я вам сейчас одну вещицу покажу. И стрелять можно. Вот порох, вот дробь. И убьет? Всех убьет, только стоит навести. А подарите мне пушечку. Ой, ой, ты что же это? Супостат, а? Поджогщик! Детишка пугать! А ты чего, женский пол, опоздала? Стало быть, надо было так. Вот и опоздала. Слушай, легкомысленная старуха. Идите ко мне. Ангелы мои, идите ко мне. Поклянись мне вечным спасением души твоей, что будешь присматривать за пузырями. Стану я тебе клясться. До свидания, птенцы. Ухожу со спокойной душой. На, нехрест. На, милые, идите, идите. Ишь, Борчук, выпороть тебя! А что такое тут ваш Красоткин? Красоткин? Наш первый ученик. Любопытное сочинение написал этот ваш первый ученик. Там есть одна странная мысль. Если Бога нет, если уничтожить идею бессмертия в человечестве, то человеку все позволено. Помилуйте. Это не серьезно. Это не его мысль. Может быть, это не его мысль, но поверьте, это очень серьезно. Отче наш, сойди на небесах, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя, як на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и остави нам долги наши, як же мы остали должником наш. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Карташов, прошу. Воздвиг я памятник вечней меди прочной. Господин Овчинников. Зданий царственных превыше пирамид. Господин Одинцов. Его не едкий дождь, не аквилон полночный. Господин Волконский. Неряд бесчисленных годов не истребит. Это, дорогие мои,
Гораций, а вот Пушкин. И долго буду тем народу я любезен, что... Чувства добрые я лирой пробуждал, Смуров, что прелестью живой стихов я был полезен и милость падшим призывал. Думайте, какая красота! Прекрасно, что она есть, что она была, что она всегда будет. Она находится повсюду, везде. И прежде всего внутри нас. Просто, к сожалению, это еще многие не осознали. Красоте присутствует Бог. Он через нее проявляется. Жизнь и красота неотделимы. Стремитесь к ней. Красоткин велел вам передать... Что передать? Красоткин велел вам передать, что он навсегда порывает с вами все отношения. Так передайте же своему Красоткину, что теперь я буду бросать булавки всем собакам на свете. Всем! Так, милейший, в народе бытует примета, как у всего в мире, такая и зима будет. Вы напрасно ждете, Карамазов. Аня. Красоткин не придет. Он ужасно рассердился и сказал, что никому не позволит анализировать его поступки. Почему Илюша так поступил, Смуров, как вы думаете? Не было ничего раньше, что могло его озлобить. Вот вы до чего дразнили. А это вы о мочалке, да? Да что такое эта мочалка? Ну, это моего отца так дразнили. За что? Вы что, правда ничего не знаете? Смуров, голубчик, да рассказывайте же. Да как вас брат пьяного Снегирева из трактира выволок. Да на площади за мочалку оттрепал. Он вот треплет, а тот пьяный валится из стороны в сторону. Только на своей мочалке и держится. Да что с вами, Карамазов? Смуров. Вы ужасно побледнели. Голубчик, ради бога, одно только слово. Илюша тогда тоже там с вами был, перед трактиром. Я теперь все понял. Он мстил мне как брату вашего обидчика. Это я теперь понимаю. Но брат мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке. Если бы ему только возможно прийти к вам, или лучше всего встретиться с вами в том самом месте, то он при всех попросил бы вас прощения, если вы только пожелаете. Все, дескать, закончил и удовлетворил, так ли? Нет, 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 напротив. Он сделает все, что вам будет угодно. И как вам будет угодно. Так что, если бы я попросил его светлость встать передо мной на коленки, в этом самом трактире или даже на площади, так он и стал бы? Да. Он встанет на колени. Пронзили. Прослезили меня и пронзили. Слишком наклонен чувствовать. Ой, да полноте, наконец, вам ваши дурацкие выверты показывать, которые ни к чему никогда не ведут. Совершенно справедливо, извольте на этот раз выходить из себя, Варвара Николаевна. И я вас стремительно удовлетворю. Шапочку свою наденьте, Алексей Федорович. А я вот картуз возьму, да и пойдемте. Слово вам нужно сказать. Одно серьезное, только вне этих стен. Пойдемте же, Алексей Федорович. Покончить надо.
Ленинграде. Иди домой. Скажи же, я скоро приду. Домой иди. Так вот, тянет меня тогда ваш братец за бороденку, вытянул из трактира на площадь. А тут как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как он увидел меня в таком виде, бросился ко мне, обнимает меня, хочет меня вырвать. Кричит моему обидчику: пустите, пустите, это папа мой, простите его. Так и кричит: простите его. Руками-то его обхватил, да руку-то его, эту самую руку его, и целует. Клянусь вам, клянусь, брат мой, самым полным, самым искренним образом выразит вам свое раскаяние, хотя бы даже на площади, посреди народа. Я заставлю его, иначе он мне не брат. Так это еще в прожекте находится. Это не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит, пылкого. Он будет просить у вас прощения, он вам в ноги поклонится. А позвольте узнать, больно он вам пальчик-то давеча укусил, а? Да, очень больно. Но если бы вы видели, как он со школьниками камнями перекидывался. Камень летит и может голову проломить. А, души, попало. Не в голову, а в грудь, повыше сердца. Я бы вам посоветовал некоторое время вовсе в школу не посылать. Покуда он сам не уймется, и гнев этот в нем не пройдет. Гнев. Именно гнев. В маленьком существе великий гнев. Обыкновенный мальчик, слабый сын, тот бы смирился. Отца своего застыдился. А этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину. Ибо что он тогда вынес, когда вашему братцу руку целовал? Так это только один Бог знает. Да я. И так вот наши детки, детки презренных, но благородных нищих, правду на земле еще 10 лет отроду узнают. Богатым где? Те и за всю жизнь такой глубины не исследуют. А мой Илюшечка в ту самую минуту, как братцу вашему руку целовал на площади, в ту самую минуту истину эту до конца познал. Вошла она в него, эта истина, и пришибла его навеки. А я, сударь, тогда выпил. И много. Не помню, грешный человек. С горя. Маменька тогда плакать начала. Вы, сударь, не презирайте меня. Но сейчас не про то. Совсем не про то. Невеста брата моего поручила мне снести вам это. Вспоможение от нее. Ни от брата, ни от меня, от нее одной. Умоляла принять. Это как сестра идет к брату на помощь. И клянусь вам, вы должны принять это. Иначе... Иначе все должны быть врагами друг другу. Это мне-то? Это столько денег? 200 рублей? Батюшки мои. А это что же это? Я 4 года не видал таких денег. И говорите, что сестра это вправду? Вправду? Клянусь, что все, что я говорю, это правда. Послушайте, голубчик мой, послушайте. Ведь если я приму, то ведь не буду же я под лицом в глазах ваших, Алексей Федорович. Вот вы говорите, что сестра посылает. Но ведь внутри-то, у себя-то, про себя-то, не восчувствуете ко мне презрение, если я приму, а? Да нет же, нет. Спасением им клянусь, что нет. Никто не узнает, только вы да я, да они. Слушайте. Алексей Федорович, выслушайте, это уж минута такая пришла, что надо выслушать. Ибо вы даже и понять не можете, что для них перейти 10 рублей. Ведь за эти 200 рублей, вы понимаете, Алексей Федорович, я лечение милых существ могу предпринять. Курсистку в Петербург направить. Говядину куплю. Диету новую заведу. Господи! Да ведь это же мечта. Стойте, стойте, Алексей Федорович, стойте. У меня в соседней губернии есть адвокат один знакомый. С детства приятель. Так он мне передавал через верного человека. У себя на конторе мне, если я приеду, место даст. А кто знает, может, и даст. Даст, даст, непременно даст. И знаете, у меня тоже деньги есть. Вы возьмите, сколько вам нужно, потом отдадите. Вы разбогатеете. Только вот насчет переезда в другую губернию. Это хорошо, но до холодов, до зимы.
и напишите нам оттуда. И останемся мы братьями. Да что с вами? Алексей Федорович, я... Вы... Я... Вы... А не хотите ли я вам один фокус сейчас покажу? Какой фокус? Фокусик. Фокус-покус такой. Что с вами? А вот какой, глядите. Видели? Видели? Вот ваши деньги, вот ваши деньги, вот ваши деньги, вот ваши деньги. Передайте пославшим вас, что мочалка чести своей не продает. И что бы это я мальчику-то моему сказал, если бы деньги-то от вас принял? Господин Овчинников, господин Снегирев, господин Мочалкин. Мочалка. Просите папочку, просите папочку. Господа, господа, стыдно, стыдно, господа. У вас не продается банная мочалка? Растрепанная. Красоткин. У нас представление. Разбойники Шиллера. Действие первое. В роли Карла Мора. Господин Мочалкин. Мочалка. Ну, давай еще. За всю мою к тебе дружбу. Так я к твоим услугам. Как его били, Карамазов. Признаться, мне стало очень жаль Илюшу. А потом я увидел его лицо. Ух, какое злое было у него лицо. Красотка, разумеется, не фискалил. Приказал всем молчать. Я сожалею. Я очень сожалею. Я даже хотел пойти к нему мириться. Но если бы вы знали, Карамазов, какой он гордый, как он дрался с нами. Да ведь он болен. Тяжело болен. Пап, а какой ты нехороший наш город. Да, Илюша. Не очень-таки хорош наш город. Пап, да вы перейдите в другой город, в хороший. Где про нас ничего не знают. Переедем, Илюша. Переедем. Вот только денег скоплю. Купим лошадку, тележку. Маменьку, сестрицу садим, закроем их, а сами рядом пойдем. Нет, ну тебя изредка подсаживать буду. А сам подле пойду. Потому как лошадку беречь надо. Не всем же садиться. Тебя унизить.
Благого царя, благая мать, пречистая и благословенная Богородица Мария. Милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу и Твоими молитвами наставим на деяние благое. Да прочее время живота моего без порока приду, и Тобой рай да обрящу, Богородица Дева, едино чистая и благословенная. Осторожно. Как вы думаете, он обрадуется? Непременно обрадуется. Уйди, какой махонький. Не отставайте, Карташов. Здравствуйте, Снегирев. А я не один. Здравствуй. Сиди, Илюшенька. Мальчик сам тебе подойдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Прошу вас, раздевайтесь. Раздевайтесь, пожалуйста. Настоящий, неделянский. Здравствуй, Илюша. Это тебе. И мне. И мне покажите. Кто же носит щеночка маме? Ах, какой мальчик, какой умненький, какой милый мальчик. Дай я тебя поцелую. Так, а вот и чай. Прошу вас, дорогие гости, прошу к столу. Илюшечка, ты с нами? Обувайся. А ну-ка, налетай. А у нас, Илюша, новость. Колбасников женился. Правда, правда, ты еще не знаешь. Они взяли приданого в 1000 рублей у Михайловых. А невеста такой рыловорот, ее Красоткин видел. Третьеклассники даже эпиграмму на него сочинили. Поразила весь третьеклассников, кто женился неряха Колбасников. Там, конечно, еще смешнее, я тебе потом расскажу. Ах, я говорил тебе, папа, что это дурные сапожки. Мне раньше было неловко ходить. Прости меня, папочка, прости. Я ведь сказал, я ведь знал, что это не сапожки, что это меня Бог наказал за то, что я щечку тогда убил. Да что ты, милый. Она как забежала, побежала. Бежит и бежит, бежит и бежит. Ах ты, Господи, Господи. Жучка жива. Мне сердце подсказывает. Господа, нужно непременно найти эту жучку. Который раз она уже повторяет, что болен из-за нее. Не забьешь его с этой мысли. Мы завтра все пойдем искать жучку. Все дворы обойдем. Я обещаю вам, Карамазов. Да-да, господа, пожалуйста. Смуров. Ну что, Красоткин? Красоткин? Он оборвал и отрезал подход. Он очень раздражен против вас, Карамазов. Он говорит, что вы развели здесь телячьей нежности. За что он вас так ненавидит? Вы передайте ему, пожалуйста, что завтра после классов я снова буду ждать его. Нет, он не придет. Да теперь он и занят. У него пари. На подвиг. На подвиг? Какой пари? Не могу, Карамазов. Обязался честным словом. Не могу. Вот, наверное, уже опоздали. Вот оно уже там. Быстрее, быстрее. Скорее, господа. Я
останавливаться, скорее, господа! Скорее, давайте кто-то! Скорее, 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 скорее! Неужели его все-таки выключат из гимназии? Говорят, мать как узнала, так в обморок и повалили. Мы думали, он притворился, а он на самом деле лишился чувств. До сих пор в лихорадке. Но духом ужасно весел. Главное, эти старшеклассники все задирали нос. Он, правда, заранее обследовал железную дорогу. Там можно протянуться и сплющиться. Сплющиться? Ну каково пролежать? Господа, а может быть, нам все-таки следует петицию написать? Петицию, конечно. Где у тебя чернила? Отстояли. Дарданелло вмешался и отстояли. Ура, Дарданелло! Ура! Карамазов. Че он с вами там возится? Ну, че он с нами и не возится? И он туда. И он туда. Эх, как бы жучка. А нельзя ли сказать, что это и есть жучка? Школьник, гнушайся лжи. Даже для доброго дела. Жучка все. Канула во мраке неизвестности. Я вас уже целый час жду, красотки. Опоздал. Были серьезные обстоятельства. Я социалист из Муров. А что такое социалист? Это когда все равны. Иси перезвон. У всех одно общее имение, нет браков. На религии законы это как кому угодно. Иси перезвон. Перезвон, перезвон. Парень продаем. У тебя ложки-то очень красивые. Ковер какой-то. Перезвон, перезвон. Русский паломник. А вот закуска, огурчики, капустка. Покупайте. Я люблю поговорить с народом. Здравствуй, Наталья. Не Наталья вовсе, а Марья. Это хорошо, что Марья. Прощай. Ух ты, пострел. Да некогда, некогда мне с тобой. Другой раз расскажешь. Ты чё? Я тебя знаю. Ты чё озорничаешь, а? А это не твое, брат, дело, что я озорничаю. Как это не мое? Так не твое. А чье же, а? Чье же, ну? Теперь брат Трифон Никитич, чье дело? Какого такого Трифон Никитича? А? Какого Трифон Никитича? К Вознесению ходил. Какого Вознесения? Зачем? Сабанила, знаешь? Какого Сабанила? Нет, не знаю. Да. Ну и черт с тобой после этого. Чего? Что ты? Какого тебе Сабанеева-то? О, люди добрые, что он такого говорил-то? А то надо быть Сабанеева, который у Кузнечевых служил. Вот так надо. Сабанеев. И не Трифон,
и не Сабанеев, а Чижов Алексей Иванович Чижов. Чижов. Так я спрашивал, спрашивал-то он, зачем Сабанеева, говорит, знаешь? А черт его знает, кто такой Сабанеев? Толковый ты! О? Говорят, тебе не Сабанеева, а Чижов, Алексей Иванович Чижов, вот так. Ну, ты! А ругаться-то зачем? Налево. Да, коли от не то Чижова-то, а? Ну, не знаешь Чижова, чего ругаешься, ну? Чего народ был? А ты че? Ну, ты че, стремаша? Куда ж ты грех на тебя? Что ж ты делаешь? Сабанеева-то спросил. А почем я знаю про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Коля. Ни за что не оставлю. Эй, здравствуй, мужик! Здорово, мужик! Здорово, коли не шутишь. А коль шучу? Ну, а шутишь, так шути, бог с тобой. И че это можно, чтоб пошутить? Виноват, брат, пошутил. Ну, бог простит. Ты прощаешь ли? Очень напрощаю. Мужики-то бывают разные. Почем я знал, что нарвусь на умника-то? А ты, я вижу, умный мужик. Да уж умнее тебя. Вряд ли. Верно говорю. Возможно, что и так. Прощай, Матвей. Пойдем-ка. Прощай. А ты разве Матвей? Матвей? А ты что, не знал, что ли? Не знал. Я наугад сказал. Он наугад сказал. Я наугад сказал. В школьниках, небось? В школьниках. Ну что, порют? Угу. Ну, не так, чтобы, а так. Больно? Не без того. Эх, жизнь, да. Ну, ступайте. Смуров. Вызови мне Карамазова. Зачем вызывать-то? Пойди туда, тебе и так ужасно обрадуются. Надо предварительно обнюхаться. О, Господи. Или сейчас сойдемся, или расстанемся врагами до гроба. Ну что же вы так долго не приходили? Были причины. Давно ждал случая. Много наслышан. Как здесь? Илюша часто вспоминал вас. В жару, в болезни он бредил вами. Я и не знал, что вы ему так дороги. Что же я вас держу на холоде? Вы не беспокойтесь. И правда, мороз, но я не простудлив. Я пришел учиться у вас, Карамазов. А я у вас. Красоткин! Пожалуйте, пожалуйте, милости просим. Гость дорогой, гость долгожданный. Илюшечка, Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал. Что, старик, как поживаешь? Ну, ничего. А помнишь, брат, Жучку? Где Жучка? Жучка. Все? Пропала твоя Жучка. И как не пропасть после такой закуски? А у меня перезвон для тебя привел. Не надо! Нет, надо, надо! Не надо! Ты развлечешься? Вы позволите, сударыня, пригласить сюда мою собаку? Смуров, отвори дверь! Иди, перезвон! Ух ты! Перезвон, видал? Служи! Это же Жучка! Жучка, я не догадался, Жучка. А ты думал, кто? Перезвон! Перезвон, сиди, служи! Служи, 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 умница.
пускал. Танцуй. Она ведь ничья была, она ведь была ничья. Жучка. Это ведь жучка. Илюс, это ведь жучка. Твоя жучка. Маменька, это ведь жучка. Танцуй, танцуй. Молодец, танцуй, танцуй. Умница. Ай да красотка, я же говорил, что найдет. Вот и нашел, вот и нашел. Смотри, смотри, Илюша. Для тебя ведь, для тебя. Перезвон. Перезвон, ап. Ап, перезвон. 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 Умри, умри, перезвон. Ай, умница. Молодец. Перезвон. Умри. Перезвон, перезвон. Молодец, перезвон. Молодец, умри. Ни за что не поднимется. Жучка, жучка, иди сюда. Жучка, жучка, моя жучка. Милая жучка, жучка. Господи, господи. Жучка. Прости. Да что там? Я тебе еще одну вещь могу показать. Помнишь, старик, я тебе говорил про эту пушечку. Ты еще тогда сказал, ах, как бы мне хотелось ее посмотреть. Так смотри, старик, смотри. А у меня и порох есть. А и выстрелить сможет. Можно и выстрелить, если это, конечно, не беспокоит дам. Варвара Николаевна, разрешите мне, как бывшему военному... Так-с. Я ее еще давно у чиновника Морозова выменял на книжку из папиного шкафа. Родственник Магомета или целебное дураковаляние. У меня и дробь есть. Да, так, ну это мы потом, потом. Так, так, господа, 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 Илюшечка, Илюшечка. И пли! Пушечка твоя, старик, твоя. Для тебя приготовил, для тебя. Ах, подарите мне. Мамочка, подарите пушечку лучше мне. Мамочка, пушечка твоя, твоя. Но пусть она будет у Илюшечки, потому что ему подарили. Нет, я не хочу. Мамочка, она твоя, твоя. Но Илюшечка всегда тебе даст поиграть. Нет, я не хочу, чтобы Илюшечки. Мамочка. Я хочу, чтобы совсем моя. Мам. Чтобы совсем моя была. Я хочу, чтобы совсем моя. Мам. Я не хочу, чтобы Илюшечкина. Мам, возьми ее. Возьми ее себе. Красотки, можно мне маменьке подарить? Пушечку? Маменьке? Совершенно возможно. Илюшечка, вот кто маменьку свою любит. И вот еще кто самый милый молодой человек, так вот этот вот добрый мальчик. А мы слышали про ваш пассаж на железной дороге. Да как же это вы там пролежали? Под поездом. Страшно вам было? Не особенно. Хуже то, что слух дошел. Души начальства. Языки-то у нас длинные. Но Дарданеллов отстоял. Однако ты его срезал, на том-то Трою основал. А про Трою мы тоже слышали. Нам тогда же Илюшечка и рассказал. Он, пап, все знает. Он лучше всех все знает. Он у нас первый ученик. Ну, Троя-то глупости. Здор, я этот вопрос пустым считаю. А я знаю, кто основал Трою. Ну, и кто ж ты ее основал? Трою основали Тевкар, Дардан, Илюс и Трос. То есть как это они ее основали? Что, пришли по кирпичику и это все положили? Чтобы толковать о таких важных событиях, как образование национальностей, надо прежде всего понимать, о чем говоришь. Но я, впрочем, всем этим бабьим сказкам никакой важности не придаю. Да вообще не очень-то уважаю всемирную историю. Это всемирную-то историю? Да, да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих. Я люблю математику и естественную. Вы, кажется, со мной не согласны, Карамазов? Не согласен. Доктор приехал. Прощайтесь, господа.
Илюша, я не уйду. Я в сенях пережду. До свидания, Илюша. Господа, господа. До свидания. Вы здесь. Здесь. Здесь у нас. Вы ко мне. А где пациент? Какая отвратительная, однако же, харь у этого доктора. Не правда ли? Терпеть не могу медицину. Медицина шельма. Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Но это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит. Что вы называете мистикой? От чего излечит? Ну, там, Бог и прочее. Как? Да разве вы в Бога не веруете? Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог-то есть только гипотеза. Но я признаю, что он должен быть для порядка. И даже если бы его не было, его надо было бы придумать. Вы читали Вольтера? Не так, чтобы читал. И поняли? Помилуйте, вы меня принимаете за мальчика с Мурова. Ведь вам еще только 13 лет, кажется. Во-первых, 14. Через несколько месяцев 14. А во-вторых, какое значение имеют мои лета? Ведь главное, какие мои убеждения, а не сколько мне лет. Когда вам будет больше лет, тогда вы поймете, какое влияние имеет на убеждения возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите. Я и сам могу понимать. И если хотите, я совсем не против Христа. Это была вполне гуманная личность. И живи он в наше время, наверняка примкнул бы к революционерам. Это еще, говоря, старик Белинский говорил. Белинский? Я не помню, он нигде этого не писал. Ну, не писал, так говорят, говорил. Ну, где вы всего этого набрались? Я и сам могу думать. Я не совсем согласен. Я, например, считаю, что бежать в Америку – это низость, хуже, глупость. Зачем в Америку, если у нас можно столько пользы принести человечеству? Именно теперь, когда столько возможностей. Я так отвечал. Как отвечали? Кому-то? Неужели же вас приглашали в Америку? Признаюсь, подбивали. Но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов. Это я только вам. Скажите, Карамазов, вы меня ужасно презираете. Презираю вас? Да за что же? Нет, честно, я сейчас ужасно смешон. Это просто сумасшествие какое-то. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение. Именно черт. Неужели вас... Что делать? Что делать? Я не бог, не от меня зависит. А дальше, если бы вы, например, могли направить нашего пациента сейчас и немало немедля в Сиракузы, то вследствие новых благоприятных климатических условий могло бы, может быть, произойти. Сиракузы? Что это? Сиракузы – это в Сицилии. Не беспокойтесь, лекарь. Моя собака вас не укусит. Кто это? Это хозяин перезвона, лекарь. Вот именно звон. Не беспокойтесь, мои люди. А вы, боголюбец! Да не знаю, где он. Прощайте, лекарь. Увидимся в Сиракузах. Вас происходит? О, Господи. Да вы не обращайте внимания. Да как же? Это школьник. Школьник ваш. Пошел. Высечь его! Высечь там у школьника! Высечь! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Илюшечка, голубчик, доктор сказал, будешь здоров. Пап, я слышал, что тебе доктор про меня сказал. Пап, а как я умру?
пруд, возьми ты себе другого мальчика хорошего. Сам выбери, позови его Илюша и люби вместо меня. Молчи, старик, выздоровеешь. Меня, пап, не забывай. И похорони меня у нашего камня. И ходи туда вместе с красотки вечером. И с перезвоном. А я вас буду ждать. Я кляну всего себя, что не приходил сюда раньше. Самолюбие, черт, подло! Не хочу хорошего мальчика. Не хочу другого мальчика. Вообще забуду тебя в Иерусалиме. Что это он про Иерусалим? Если забуду все, что есть у меня, так оценно. Все, что есть у меня святого, то да поразит меня. Исцеление Твое, Господи, сила, желает и скончается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадоваться, Бозе живи, ибо птицы обрети себе храмины, горлица гнездо себе и держи положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, царю мой и Боже мой, блажен живущий в дому Твоем, в век веков восхвалят Тебя, блажен муж ему же и заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи. Твою доль плачевную вместо ежи положи, ибо благословение даст законополагая. Пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе. Господи Боже силы, услыши молитву мою, внуши Божий Яков. Защитничи наш, вижд Божий, призри на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворех Твоих, паче тысяч, папенька, из волю приметать все в дому Бога моего. Дай мне цветочка. Мама, возьми. Не грешничай. Нет, истину любит, возьми из его ручки славу, да, и мне дай. Ничего не дам! Господи Божий, сил, блажен человек, а ей пуще не дам! Она у него пуще кормила! А он ей подарил! Укротился весь гнев твой, возвратился все гнева ярости твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, отврати ярость твою от нас. И да, вовеки прогневаешься на ныли, прострешь и гнев твой от рода в род. Боже, ты обрящся уже вешены, и люди твои возвеселятся о тебе. Яви нам, Господи, милость твою, спасение твое подашь нам. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к нему. Да, несчастье. Не дам.
не дам нести. Не хочу в ограде хоронить. Илюша просил у камня. Батюшка, ты что-то выдумал? У камня хоронить? Там в ограде-то земля со крестом. Из церкви пение слышно. А дьякон так чисторечиво и словесно читает, что всякий раз до него так и долетит. Батюшка, там по нему молиться будут. Снегирев, корочку-то забыли. Вот, возьмите. Господин Снегирев, давайте я подержу цветочки. Вот и прилетайте, птички. И прилетайте, воробушки. Снегирев. Капитан, мужественный человек должен переносить. Может, он тоже умер? Господин Снегирев, цветочки-то, цветочки помнете. А маменька ждет. Да-да. Да, цветочки. Господин Снегирев, шляп. Маменьки цветочки. Пусть переплачут. Тут уж не поможешь. Переждем немного. И воротимся. У них теперь Агафья стол накрывает. Поминки эти, что ли, будут? Поп придет. Возвращаться нам туда, Карамазов? Непременно. Странно все это как-то, Карамазов. Такая беда, и вдруг какие-то блины. Как это все неестественно по нашей религии. А у них там и семга будет. Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться с вашими глупостями. Особенно, когда с вами не говорят. И вообще не желают знать, есть ли вы на свете. Вот он, Илюшин камень. Господа, я хочу сказать вам здесь одно слово. Господа, скоро мы с вами расстанемся. Скоро я здешний город покину. Согласимся же здесь, у Илюшина камня, что не будем никогда забывать. Во-первых, Илюшечку. Во-вторых, друг об друге.
И что бы ни случилось потом с нами в жизни, хотя бы и 20 лет прошло, всегда будем помнить, как мы хоронили бедного мальчика, которого прежде бросали камни, а потом так полюбили. Он был храбрым мальчиком, чувствовал честь отцовскую, за которую и восстал. Милые мои деточки, может быть, вы не поймете сейчас, что я вам скажу, потому что я часто говорю очень непонятно. Но вы все-таки запомните, и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знаете же, что ничего нет выше и здоровее, и сильнее и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, вынесенное из детства. Если много таких воспоминаний, то и спасен человек. И даже одно только воспоминание от великого зла удержать сможет. И самый жестокий из нас одумается и скажет: да, я был тогда добр, смел и честен. Это непременно так будет, Карамазов. Я вас понимаю. Я слово вам от себя даю, господа, что ни одного из вас не забуду. И каждое лицо, которое теперь на меня смотрит, припомню хотя бы через 30 лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы и не хотим знать, есть он или нет на свете. Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете? И что теперь вот он не краснеет, как прежде, когда Трою открыл. Да что там, господа. Всех вас заключаю в свое сердце. А себя прошу принять ваше. И кто соединил нас в этом славном, добром чувстве, как не Илюша, милый мальчик, которого мы будем помнить всегда, всю свою жизнь. Будем помнить. Правда, религия говорит, что мы все восстанем и оживем, и увидим друг друга. И Илюшечку. Непременно восстанем. Непременно увидим. И весело, радостно расскажем друг другу все, что было. Мы вас любим, Карамазов. Мы вас любим, мы вас любим. Купишь ароматы, да пришедше поможет Иисуса, и зело за утро воедино от суббот, придоше на гроб, воссиявшу солнцу, и глаголоше к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба, и возревши видишь, яко отвален бе камень, бебо вели зело. И влезши во гроб, видишь юношу, сидящего в десных, одеянного одежду белу, и ужасошася. Он же глагола им, не ужасайтеся. Иисуса ищите назарянина распятого, восстань, есть здесь все место, и где же положишь его?
Но идите, рците учеником Его и Петрови, яко варяет вы в Галилее, там Его видите, яко же рече вам, и шедше, бежаше от гроба, и мяше же их трепет и ужас, и никому же ничто же реша, боях убося. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господу помолимся, Отце Всей! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!